Конверсия не сомневается. Сели, петь будете. На две ставки, на одну, чтобы не упало, на две. На две табуретки. Или еще там что-то есть? Ну, давайте. Благ Господень, молодых, ой, что-то не упало. Ну, все, не пойти. Веселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать слава Ливана, дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки, утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит на колени, язык немого будет петь. Они пробьются, ибо пробьются воды пустыни в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. Жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, и будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Мудрость. Пророчество Исаии на чтение. Аминь. Так углаголит Господь: возвеселится пустыня
И сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак воды в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, ищущие этим путем, даже идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Премудрость. Пророчеств Исаиных чтения. Так углаголит Господь. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажет в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израиля. Премудрость. Прокимен глаз третий, Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь, защититель живота моего, кого убоюся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Премудрость. Коринфянам послание святого апостола Павла, чтение. Братья, не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Мир тебе, чтущему. И духови твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Премудрость, прости, услышим святаго Евангелие. Мир всем. И духови твоему. От Марка святаго Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вонным. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава тебе, Господи, слава тебе! Отцем все души от всего помышления нашего Отце. Господи, помилуй! Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй.
плачем. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свыщем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. Миром благостояние святых Божьей Церкви и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем и с верою благоговением и страхом Божьим входящих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. Епископе Российской Церкви, Господи нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Ларионе, честнем пресвитере всего Христе диаконстве, о всем приище людям Господу помолимся. Господи, помилуй. В стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве, России несущих, и о спасении их Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и верою живущих них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже святитесь водам, сим силою действием наитием Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже нисходите на воды сия очистительным присущественным, присущная Троице действу Господу помолимся. Господи, помилуй. И задарвайтесь им благодати, избавления, благословения Орданову силы, действом и наитием Святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. И сокрушитесь сатане под ногами нашим вскоре и разоритесь всякому совету лукавому, движимому на ныне. Господу помолимся. Господи, помилуй. Якобы Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойный соделает обещанных благ. Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже не спаслати Господу Богу благословение Орданова, освятите воды сия Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже прийти в Одессе освящение дару грехов избавления, во исцеление души и тела и на всякую пользу изрядную Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже прийти в Одессе и скачущей в жизнь вечную Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже видитесь. О еже явитесь сей отгнанию всякого навета видимых и невидимых враг, Господу помолимся. Господи, помилуй. О черпящих и еблющих во освящение домов, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже быть сей в очищение души и телес всем верою, черплющим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. Господи, помилуй. Иисус, сподобись нам исполнить вся освящение вод сих, причащением невидимым, явлением Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Иисус, слышите Господу Богу глас моления нас грешных, и помиловайте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Велиси, Господи, чудо дела Твои, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, чудо дела Твои, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, чудо дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты, бохотением от несущих Твоей же быть и приведы всяческое Твое державу и содержишь, и твари Твоим промыслом строишь и мир. Ты от четырех стихий тварь сочинивые четырьми времены, круг лета венчал еси. Тебе трепещут умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна.
Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты постел еси небо, яко кожи, Ты утвердил еси землю на водах, Ты оградил еси море песком, Ты к отдыханием воздух излиял еси. И ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются, многочитые херувимы, шестикрылатые серафимы, окры стоящие, облетающие, страхом неприступной славы Твоя покрываются. Ты, бо Бог сын, неописанный, безначальный же, неизглаголанный, пришел еси на землю, зрак раба приим. Подобие человечеством быв, небо терпел еси, владыка милосердия, ради милости Твоя, зрете дьявол, мучим рода человече. Но пришел еси, и спас еси нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния естества нашего рода, освободил еси, девственно осветил еси утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя, явшегося, Ты, бо Бог наш, на земле явился еси, человеке пожил еси, Ты, Иорданские острые осветил еси, с небесе не спасал и святаго Твой духа, и главы там огнездящих сокрушил еси змея. Самого человека любча царю прииди, и нынем святаго Твоя духа освети воду сию. Ты самого человека любча царю прииди, и ныне наитим святаго Твоя духа освети воду сию. Самого человека любча царю прииди, и наитим святаго Твоя духа освети воду сию, и дашь ей благодать избавления, благословение Орданова, сотворение нетления, источник освящения, дар грехов, разрешения, недугов, исцеления демонов губительного. Сопротивным силам неприступно ангельские с крепости исполнено. Да все почерпающие и причащающиеся имеют ее в очищении души телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бы еси Бог наш, и же водою духом обновивы, обветшавши грехом естество наше. Ты еси Бог наш, водою потопивый приной грех. Ты еси Бог наш. И же морем освободивы от работы фараоне Моисеем род еврейский, ты бо еси Бог наш, разразивый камень в пустыне, и потихоша воды и потоцы наводнишися, и жаждущие люди твои насытивы, ты еси Бог наш, и же водой и огнем применивы Илию Израиля, от прелести Вааловы, сам и ныне владыка, освети воду сию духом твоим святым, сам и ныне владыка, освети воду сию духом твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Даже всем прикасающимся ей, причащающимся и мажущимся ей, освящение здравия, очищение и благословение, спаси и помилуй, Господи, спаси и помилуй, Господи, Высокопреосвященнейшего Илариона, и сохрани, и люди Твои сохрани их под кровом Твоим в мире, пока... Дары им вся, я же ко спасению прошения и жизни вечную, да и стихиями и человеки, и ангелы видимым и невидимым явятся Тебе, Пресвятое имя, славится Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом, и непресней во веки веков. Мир всем! Голови ваши, Господи, вы преклоните Тебе, Господи. Преклони, Господи, ухо Твое. И услыши нас, и же в Ордане креститесь, изволи осветите, и осветивые воды, благослови всех нас, и же преклонением своевые, назнаменующихся работное воображение, исподоби нас, исполнитеся освящение Твоего воды сия причащением, и да будет нам, Господи, во здравии души и тела, Ты боись освящение наше, Тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Творческое веся поклонение родителю, свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, иду в виде голубине, известно ваше слове все утверждение, явлейся Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Во Иордане,
крещающиеся Тебе, Господи. Второе чистое явися поклонение ради. Свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубее, известовавши славе утверждение, явлейся, Христе Боже, и не просвещай слава Тебе. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи! Троическое явися поклонение родителем, благосвидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известно ваше славесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Воспоим верные. И же о нас Божие благодеяние величество, о нашем бы прегрешении был человек, нашим очищением очищается в Иордане, день чистый, нетленный, освящай меня и воды, и главы змеи сокрушай в воде, почерпим кубы воду святели, братья, благодать Бога Духа, верно почерпающим, невидимо подавается от Христа Бога, и спаса души нашей. Святая Богородица, спаси нас! Честнейшую Херувим и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
ниже в Иордане, креститесь от Иоанна, изволивы нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Силу крести, хорошо. Сегодня священную воду можно пить и не натощак. Дома также окропите свои домы святой водой, придете когда. Говорят, что это святая вода вместо причастия. Нет, это неправильно. Она не может, причастие ничто заменить не может. Это тело и кровь Господа Иисуса Христа. Это так принято, что где-то раньше не было близко храмов, священнослужителей. Там был один священник, допустим, на несколько тысяч километров один. То умирающему человеку давали перед смертью попить святой воды. Поэтому вошло, говорит, вместо причастия. Угу. Не вместо причастия. А когда нет, говорится, причастия в такой нужде, тогда давали святой воды выпить. Храни всех, Господь.